Метаболический синдром – это комплексное расстройство обмена веществ, которое проявляется эректильной дисфункцией, повышением массы тела, повышением артериального давления и нарушением обмена жиров и углеводов. Разберем андрологические проблемы. Метаболический синдром у мужчин среднего возраста в 80% проявляется эректильная дисфункция, которая приводит к снижению либидо, нарушениям эякуляции, отсутствием либо ослаблением оргазма. 25% пациентов, которые имеют метаболический синдром, имеют тяжелые формы эректильной дисфункции. Мужчина с метаболическим синдромом, у которого выражено висцеральное ожирение, всегда будет со сниженным тестостероном, со сниженной концентрацией и подвижностью сперматозоидов. Подвижность сперматозоидов напрямую зависит от ожирения. Чем выше ожирение, тем ниже подвижность сперматозоидов. Пациенты с метаболическим синдромом имеют нарушение эндотелиальных пенильных сосудов, которое выражается в снижении диаметра пенильных сосудов приблизительно в 3 раза, что ведет к нарушениям эрекции.